Физкульт, привет, друзья! С вами Сергей. На дворе 10 апреля, 2021 год, и снова локдаун. Итак, мы разберем, что же сделать, чтобы не заржаветь дома и не зажиреть. А помогут нам в этом всего лишь вот такие три резиновые петли. Этого вполне достаточно, вам не нужно их десяток. Значит, по ширине первая идет 12 миллиметров, 22 миллиметра и 30 миллиметров. Этого вполне достаточно, чтобы сделать основные базовые упражнения. И сейчас мы разберем, какие именно. Итак, первое упражнение. Становитесь на резинку, берете двумя руками и тянете к себе. Упражнение хорошо прорабатывает плечевой сустав, то есть пучки средние, задние, дельты. Включается бицепс. Регулировать нагрузку можно, изменив хват. То есть чем шире вы беретесь, тем сложнее будет. Либо, опять же, либо ширину ног. То есть вы стали либо поуже, либо пошире, и нагрузка будет разная. Это первое упражнение. Второе делаю на бицепс. Берете резинку, подставляете руку, прорабатываете бицепс. То же самое, можно менять степень нагрузки. Ближе беретесь, либо дальше. Соответственно, если дальше, будет легче. Ближе беретесь, будет сложнее. Итак, мы прошли плечи, бицепс. Поехали грудные мышцы. Берете резинку, ложитесь. Мы сделали отжимания, проработали трицепс и грудные мышцы. Следующая резинка. Вот такая, 12 миллиметров. Нужно добить плечи. Берете и делаете движение вперед. Прорабатываете передний пучок. То же самое на левую руку. Дальше, если вы хотите проработать задние дельты, цепляете резинку. И делаете тягу, но старайтесь локоть, чтобы был у вас в одном положении, то есть работало только плечо. Если вы начинаете включать локоть, у вас работает уже трицепс. Это уже другое упражнение, которое тоже можно делать с этими резинками. Ну и последнее упражнение на спину. Становитесь точно так же широким, ноги на ширине плеч. Берете резинку, чуть приседаете, спина ровная, и делаете тягу к себе. Как будто вы штангу жмете. С помощью вот этой средней резинки делаем приседы. Ну, это, конечно, зависит от степени подготовки спортсмена.
либо зеленый можно, либо красный. Я делаю красный, чтобы больше на количество. Цепляете ее за голову. Можно что-нибудь мягкое подложить, чтобы не так натирало. И начинаете приседать. Вот так вот можно тренироваться в любое время, в любом месте, по цене совсем недорого, даже там, меньше 700 гривен это стоит. Ссылочки будут в описании под видео на наш магазин, заходите, там есть все эти эспандеры, тренажеры. От меня лично, кто досмотрел, будет промокод тоже в описании, введя который вы получаете дополнительную скидку. А с вами был Сергей. Да пребудет с вами сила!